не надо уговаривать. Золотые рыбки и кровожадные пираньи. Рядом несколько видов пресноводных скатов, в том числе крайне редкий, черный с белыми жемчужинами. Посмотреть на детенышей, которые скоро вырастут до полуметра, можно в единственном в Рязани аквариуме. Гостей ждут 40 тысяч литров воды и 3 тысячи уникальных рыб, растений и кораллов, в том числе эндемики с острова Мадагаскар. Эндемики – это такие рыбы, которые встречаются в одном месте на всем земном шаре в конкретном. Именно эти рыбы с острова Мадагаскар. Это краснокнижные рыбы. По последним данным, возможно, этих рыб в природе даже не осталось из-за жизнедеятельности человека. Аквариум разделен на 3 зала. В морском гости познакомятся с беспозвоночными, креветками, морскими ежами, живыми коралловыми рифами. Морские аквариумы, настолько долго в них смотришь и действительно вспоминаешь какой-то отпуск, что ли, когда был в Египте, смотрел на те же кораллы. То есть море представлено в идеале. Среди обитателей и природный попугай – это рыба-аристократ. Она хищная, но благородная, поэтому не дает в обиду маленьких соседей. Жемчужиной зеленого зала является аквариум П-образной формы на 5500 литров, а также 6 аквариумов, которые больше похожи на живые картины. Природный аквариум или акваскейп отличается тем, что в аквариуме собирается природный наземный пейзаж и переносится в аквариум под воду. Это какие-то различные горы, либо лес, и какие-то определенные места тоже с нашей планеты. В аквариуме в миниатюре представлены Карпатские горы. Гости могут как самостоятельно насладиться подводным миром, так и заказать экскурсию. Размер группы не ограничен. Также специалисты аквариума помогут в составлении вашего собственного аквариума. Его длина может достигать 6 метров. Услуги будут оказаны под ключ с возможностью дальнейшего обслуживания, чтобы рыбки и растения радовали вас круглый год. Стоит отметить, что аквариум – понятие непривычное для россиян, пока их можно пересчитать по пальцам. Основное отличие от океанариума в красоте, ведь каждый аквариум сделан как маленькое произведение искусства. Приглашаем рязанцев и гостей города в наш аквариум. Мы находимся в центре города. Адрес: улица Полевая, дом 42, дробь 16. Записаться на экскурсию можно по телефону 27 27 11 и 27 27 44 или на сайте aquanarium.rf. Гостей ждут со вторника по воскресенье с 10 до 20 часов. Галина Кудряшова, Сергей Данилин, телекомпания «Город».